Сейчас криминальные новости. На связь со студией выходит сотрудник пресс-службы областного УМВД Антон Смирнов. Антон, добрый день. Итак, что случилось в области в минувшие сутки? Любовь, здравствуйте. В Переславле сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. В дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы о том, что госпитализирован мужчина с проникающим ранением груди и повреждением сердца. Полицейскими установлено, что в одном из кафе города произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес потерпевшему удар осколком бутылки в область грудной клетки. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый мужчина 1989 года рождения. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При совершении любого преступления или правонарушения при первой же возможности гражданам необходимо сообщать в полицию. Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер 02 сотового 102. Любовь?